Приветствую вас, коллеги, ответили на ваш вопрос хорошо, каждый со своей точки зрения высказал, в принципе, три независимых, я бы сказал, даже достаточно далеко находящихся друг от друга позиции, и я думаю, что вам нужно понять для себя следующее. Ваша жена, она зачем-то это делает. Да, зачем-то она это делает. То есть, есть у нее вот некий такой пунктик, который, ну, собственно, заставляет ее так себя вести. И давайте подумаем, что может заставлять ее так себя вести. Я думаю, что это некоторые обиды на вас, как и сказал мой коллега. Это обиды на вас, это определенные, ну, определенные недосказанности между вами и так далее. То есть здесь очень много может быть вариантов. Почему вы сами ее никак не изолируйте от себя? Почему вы сами никак не оградитесь от нее? То есть, в принципе, ограждение здесь процесс не такой уж и сложный. То есть вам нужно просто занести ее номер в черный список, в соцсетях везде в черный список занести, а на то, что она следит за вами через знакомых, вообще-то говоря, внимания не обращать, и все. Но вы все равно продолжаете как-то вот это на нее реагировать. Ну, возникает вопрос, а зачем? Зачем? Ну, напишу на вам что-то раз, напишу на вам что-то два. Вы ей скажите один раз, что вот какие-то вещи, например, да, какие-то моменты, вы с ней обсуждать, ну, вообще не будете. То есть вы вообще не готовы обсуждать с ней какие-то вещи, да? И все. И как бы проблем, я не думаю, что будет. Не думаю, что будут какие-то серьезные проблемы с тем, чтобы полностью ее изолировать от вас, от вашей семьи. Ведь это действительно уже изматывает. Дальше. Как сказал вам мой коллега, он вам сказал о том, что вам надо бы с ней поговорить. А вы знаете, поговорить с ней у вас будет возможность только спустя, условно говоря, ну вот какое-то время, да, потому что понятно, что она, может быть, вообще не готова совершенно с вами как-то взаимодействовать, она, может быть, не готова вообще никак разговаривать с вами и так далее. То есть, для нее это, может быть, выше ее сил пока что. Поэтому диалога, а пока у вас может не получиться. Ну, а почему она постоянно напоминает о себе,
Это связано только с тем, что у нее есть сильное желание самоутвердиться за ваш счет. То есть вот она каждый раз, когда высказывает вам свои обиды, она говорит, она как бы говорит вам о том, что вот у нее все так хорошо, а вы такой плохой и вообще хуже ее во всех отношениях. Ну, оставьте ее таким вот настроем, знаете, у себя. Может быть, она на вас просто негатив сливает весь. Может быть, вы для нее еще что-то значите. Как вам сказал коллега, да, что она эмоционально с вами не развелась. Но в любом случае, пока вы будете отвечать на ее выпады, пока вы будете реагировать на нее, это все будет продолжаться. Потому что ей нужна ваша реакция. И она, собственно, живет вашей реакцией. Вот это то, что я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.